Сегодня все учителя России получают поздравления с профессиональным праздником. Цветы, конфеты и милые безделушки им дарят подопечные и их родители. Традиция эта прекрасна, но одна речь не пословица. Так решили ученики 72-й школы и решили сами отвести уроки. Ребята дали наставникам перевести дух и почувствовали себя дипломированными педагогами. Здравствуйте! Сегодня у нас урок самоуправления. Мы ваши учителя, Арина Олеговна и Виктория. Мы у вас проводим урок английского языка. Садитесь. В этот день все старшеклассники ощутили на себе все радости и тяготы преподавательской деятельности. Проверить домашние задания, заинтересовать материалом и следить за порядком, да еще не прослыть при этом педантичным сухарем. Для ученицы 11 класса Арины Горошко опыт самоуправления оказался поучительным. Я была учителем английского языка, и я поняла, что быть учителем – это непростой труд, но мне в целом понравилось. Чем меньше разница в возрасте, тем сложнее. Самиру Нагиеву пришлось преподавать биологию у 9 класса. Впечатление неоднозначное, но он с задачей справился. Я преподавал у 9 класса. 9 класс – это нелегкий класс, как я понял. Вот. А потому что разрыв между возрастами небольшой. И все-таки хоть вы и на одной волне, но они понимают, что я не взрослый человек и нет такой... У такого уважения, как бывает со старшими учителями. После напряженной педагогической практики школьники решили сделать подарок своим преподавателям. Включили музыку в фойе и пригласили виновников торжества танцевать ручеек. К пляскам присоединились не только завуч-директор, но и работники столовой. В праздник профессиональный состав сплотился еще больше. После яркого флешмоба новоиспеченный директор Марина Алексеева поделилась планами развития школы. Кроме улучшения условий, директор хочет заняться созданием местных средств массовой информации. Мы хотим возродить работу активных средств массовой информации в образовательных организациях, хотя, в принципе, здесь работает, безусловно, и кружок журналистики, но особый акцент мы сейчас хотим сделать. Нам не хватает, например, радиоэфира. Пусть маленький, но шажочек, который, в общем-то, сами дети будут реализовывать. В 72-й школе учится 1906 ребят, а преподает им «Золотая сотня» учителей. В большом учебном заведении скоро откроется центр профессиональных инсталляций, в котором дети будут получать базовые навыки своих будущих специальностей. Виктория Чиркова, Юрий Ломатов. Новости Ульяновской правды.